Иван Куратов нима литература музеин, да скоймодышнин муна поэтическая эстафета. Таво, не лямон еще он же кыв буралыш, да с час чеж, лыбтисны ащен сгижадьяс. Коми да рочка вьясволын. Шонди, вытлон путь из качни, было-было. Кыши сынан, тэвся умнус, было-было. Визутэн вильша семлы, вэрса шорьяс. Нырса нынче майставо, кычку корьяс. Гын да воля шоны козья, чипы швая. Таво мен бачаеш кыльдим, колим каяс. Ышка-мышка югыт кисы, мынчис югы. Вой вылмуа, чужан сикты, вой истулыс. Того ща эстафета шейсны Виктор Савинлан чокумун во тырымлы. Да Альберт Ванеевлан кык ямыз да свит во тырымлы. Талун сцена вывшан юргисны кыкнан нималан гижишлын кыв бурьяс. Выльтор ян лоисио, мой марафонан юргисны и шыла да гижидьяс. Народный артист Василий Рочев шилыс Альберт Егоровичлан кыв бурвла шилан кыв. Трегы-трегы ним качала сиющая сэнэнов темпоз. Трегы-трегы ним пэлишта стура была нырка дышло. Горды шмуща сэнэнэм элящны таму поспоз. Медзэлэбаны ющя скишокщины на воспоз. Лет 30 тому назад в Сыктывкаре проходили Дни культуры Цесольского района. А я тогда только-только начала печататься в нашей местной газете «Маяк Сысла», и меня тоже взяли с собой. И вот там мы, наверное, человека 4 самодеятельных авторов читали стихи. И присутствовал Альберт Егорович Ванеев. И вот, обращаясь, ну, после всего, что он услышал, он как бы, подводя там итоги некие, он, обращаясь ко мне, сказал, что вот поэт, в принципе, готов. Хотя есть там над чем работать, но поэт, в принципе, готов. И это было для меня такое воодушевление, и я его услышала. И, может быть, это сподвигло меня писать лучше. Вот спасибо Альберту Егоровичу за его вклад в мою поэтическую жизнь. Поэтический марафон «Уджит Гаж». Ну, а данный СБ 2 март кыжетик от луна. Став мир са поэзия луна. Поэт я слыдяны ащины скылбурьяс, щетаны мода модлы еджит шарп. Да, эстафета водя лыдишлых. Литературный музей, тачым марафон, ну, а данный кык щурца кмысадвощань. Таны же быт кыс еще вермы тыдмачны экспозиции эсэн, код яса шиема нималана комик гижиш яслы. Я назыв долы дним, кать мы гижиш яс быдво, луктаны миян музея. Мы лавек же музей есть, наверное, миян медвачко лашуном и литературной, да? И держи тая зев бур, мы тая лунис поэзия лунис. И ёсы кыска миян музея. И код яс осна тыдны, локтаны и чуймамын виджендыны. Тиян сэшым кыпит зал яс. Тиян сэшым уна бур экспонат. Дерт жаль мы, Альберт Егорович, тая кирка смен выль музейлен оланынын эз вывлы эз удит кубши своджик, да? Но ми век же сейлыш вишталам, миян экспозициян, ми пырсес кайштывлам, ми чай там мы йозыс миян музеин сейлыш тоже уна тортыдмаласны. Корка сия шулы шуам Виктор Алексеевич Савинлан творчество йылыш. Мы миян литературан, сия кадас кыжет воясас, зев уна уджит гижиш. Но напиен Виктор Савин, меча уджит яспиас. И айс сэны тачи живет позже шуны. Альберт Егорович, сия вэлэ вывты бур поэтэн, коми поэтэн. Сылыш поэзия яса коми ястыдэны, пыдди пуктаны. И чай тада боже тачи луас. Тал не челядес, нае ожик родительно лыдишна. Шуам ёнш капкал на интернет, нал сны ёна кажече. И кошеры самы впушта наколана, либо небо кьясас колана, либо кыбур ясас. А модноганка, мен кажче кыбур ясас, и мод, ну, любые кижат са колы. Свазна мы кашке отик лыдишеч лыдяс, и слыкащеке инмас. А кашке тая кижат са, кодэсте кижин талон, кодэке лыдяс шёво мысти, и сас ес менка мездас. Вот. И кады савек вежлаще, и медуманы кады сэчамы интернет лыщием кад, но вуаскад кор кутасна в юна баралыдчина не багеш. Март кыжетик адлуна чужлый снимала на коми гижич Александр Лужиков. Сылан кулам барын вылы шоу мащетны Лужиков нима премия том коми гижич яслы.
тавы тая премия шетесіні шижі модышнен. И сетесен тая премия сы мен бош лисненен унаен, кеджи шуам Ольга Баженова, Алена Шомысова, Любовь Ануфриева и мукад. И век были, тот чудо мамы тая сетце коми поэтлы. Вот, и Анастасия Сугоева заводит из неважен петкачис. Но гижемаса, когда и тал начес висталис мы, челяй тырсянис гижеманин кюбурьяс, но кучка вот ачес на чукортамасе кюбурьяс и петкачис, и мортасан артме поэзияс, и зе у нас еги же челядли. Миан учительница вели Ольга Сергеевна, сие век вели мианас кора гижну кушомка вели кывбур, тема еще та, и вот сие гашка вот мина сие вот веладис гижны са, сие радий там са минам вот ще тис кывбур, кывбур гижа мысли. Но челядри гижи и ну, гижи ёнжика са, наверное, вырваилыш. Ну и мы ее еще челядь верманы гижны, асланы золом ее сейчас. А ща великат, кор дугдыл, а коршанин асланам кагаяс чужий с нами нам кыкнув, и кычка вот на век короны мыйка, вай выль мой двишта, вай мыйка выль торвишта, и вот на ясла мыйка заводит ан мой двишта, и кычка кутисна вот заводит на артманы баракутисна кыл бурьяс. Тылын гилы кыджидзев, кын мачаль и кын мапев, шоналас мед быт чунь ком, раштиналы не быт. Чем? Кепыш пия щуяки, чунь яс волк яс, чепщай ты, темен тыжик, кыт над пыр. Певлан аслас, торья жир. Это одно из уникальных явлений, ваш поэтический марафон. Когда он начинался, я не очень верил, что он будет продолжаться так долго. И вот почти все годы я бывал. И я очень рад, потому что, во-первых, всегда много интересных людей. Одновременно есть возможность познакомиться с творчеством, с новыми стихами любимых поэтов. А здесь приезжают не только коми-поэты, но и из других регионов. У вас очень много писателей, которые еще живут на земле. Вот Татьяна Канова, это для меня было большим открытием там, почти 10 лет назад, когда я вдруг увидел, что есть такие удивительные люди в России, которых ничто не может убить, а настоящую поэзию убить не может ничего, потому что она живет вопреки времени. И вот, наверное, из таких республик, как Коми, Якутия, там, Башкирия, Удмуртия, и придут в русскую литературу новые Пушкины, я надеюсь, Лермонтовы, Тютчева. И спасибо марафону. «Розовый снег на исходе декабрьского дня». Сумрачный лес и густое черничное небо в бездну прошедшего выманил вечер меня. День растворялся в потемках, как будто и не был. Низкое небо окутало землю теплом. Розовым снег оказался совсем ненадолго. Тихо, уютно, но вечер попросится в дом. Тоже боится вчера пробегавшего волка. Чинваджан, нечка щам струба, кушевасапа ыноч на юна, кымынным щик шарансулала, некодлыш вещик та юавна. Су джуджда, гашка и джуджит джикмов, ола лофтра кывьян. Щин на тон суч, мортлан кывьян он чуксав, и тывьян он тывьяв. Некоры некода звиштав, коч суджат никола на мов, ція пидастам джумщас, пом так лептав нива, джепщем лепачас, джукщас, джущас, джумщас. Мен тая мероприятие ла скорость Елена Васильевна Остапова. То есть мен лися вишталась и корусы кывзышны кывбурьяс. Вот, Лена Афанасьевна лыс, Ерофимова лыс, Анжелика Емфилованович. Алена Шомовцева, на коми гижу сейчас от кывзышны. Сиджа и роч гижу сейчас от вот ми кывзыштым, зев лошадь, зев елна кажучис, зев кыпыдэш, Суворовлен, вот кажучи, зев лошадь роч кывбурьяс, зев матын, а коми гижу сейчас лишь Елена Афанасьева лын кажучис, вот он не важен, вот гижа мать свищталась, эштедема, то есть лыбач кывбур. А ночь настырно лезет в окна, и нет ни капли света, нет тебя.
сворачиваюсь в кокон. Вокруг меня бардак и бред. Молчит взъерошенный Волошин, молчит невыспавшийся Блок, и даже Бродский суматошно молчанием ночи занемог. А тишина, дурная сватья, меня венчает с пустотой. Ведь ты ушел в четверг, не глядя, что оставляешь за спиной. Дерта, мио кто-то, мы бочтаны и нуан оламас, да, миян лыдем бурн юзас. Но мы чай там и ми лёгся не намог вече, мы чай там и ми кучка вот кучку жам, уша душ там овны, и поэзия кывся водже нуна. И щеломанас, да, щеломанас медмикан, щеты из кучамка выль ру, гашка вын щеты из поэзия кывьес. И мы чай там вот таяс дук яс радиес, кора поэзия с Инмач морт лола, лолач, вот та из дуки с радиес ми уджалам. И гижам, и людям кубурьяса, и век витчащам медичка локтасны йозас. Поэтический марафон лан строк паравилес, людя натаны, а щену с гижад я самым гижащас лан котура пырыщас. Том я свермыны жапеткачыны, буречная, код я спыраны литературный котурьяса. Том я слышетаны лыдьяны вид минутан. Версти гижащас, вишталана ащыны скывбурьяс, кыж минут чёж. Вот это такой определенный рекламе тоже нашей эстафеты, чтобы читали именно новые стихи. Вот, и мы узнаем, чем дышит человек, что делает, что он написал. Вот, для нас это очень важно. Я думаю, что это важно и тем читателям, тем зрителям, которые сюда приходят. Потому что большинство приходит на определенных авторов. И они, конечно, хотели бы услышать новые стихи этого автора, которые им полюбились. Я поэт, и этим интересен. Вот поэт о себе и пишет. Потому что, так сказать, все, что вот он видит вокруг, проходит через призму там, его души, его сердца. И тогда уже является, так сказать, художественным, так сказать, творением каким-то, художественным творчеством. Вот. А, так сказать, тема может быть любая, понимаете? Можно написать о чем угодно, но мы увидим человека. И нам главное, что это посредством стихов мы общаемся с человеком. Вот, понимаем, что его волнует. Мьолам кадын, гануч далачелун, ловным лыжбиса, аскушкан талям. Ми бырда, бырдаю дорын талун, щет пыж я скыртана, уже стыв я лысью, уже чир ян шивичи с берега сваса, горы чис ачис дою сланачан, мортыслан лолыс и щелам из таса, уже чир я стыдан от берега сколи, берег пыла нас сочерию спью, кытан ан ию услан туюс, щет пыж я скыртана, кыртана. Кор лыдян кыбурсачит, Секи сав дик мод полезнен, щелам кыле мод. Секи та бытя став лов та щет гугадан юзисле. Став мов пта виштала нале. И му кадри веши гаджан кади на кыле на тен щет мов пта. Котка зев внимательна кывзас. Котка гораджика клопай та слыдем бораз. И та чем їта дес зевена коле, лыдящиш да поет костас. Савасными самонтаны гагарван, кучите не приметены. Улыша некуда скыл, жугля шила. Вошла лекарна на ны, пыртала шилы. Ведра сваса озну, пыскала олам, шойчи да куна войлун, куптаны пола. Ганяска ырдарла дор, югаца киштас, шут гажан золь тящи шор, йозлала киштас. Ганяске мыдар лабок, имцы пояс, вертер та свой трешок, юкалыш доен. Ну, ищет никогда зло, карманес мы нас, ордовыш ежет чем лоб, ене же сы нас. Подарокатов таскат, сыча и нерас, бытяка копращих бать, визу не дорас.